3. В Евангелии от Луки говорится о времени, когда Иисусу было 12. В этой истории проскальзывают черты мятежной натуры Иисуса, которая проявится и позже. Родители взяли Иисуса с собой на религиозный праздник в Иерусалиме. Во время его Иисус исчез и отсутствовал 3 дня. Они вернулись в Иерусалим и нашли его в храме. Там юноша спорил о Писании и теологии со священниками. На них произвел впечатление яркий ум юноши. Матерь его сказала ему: «Чадо, что ты делал с ними? Мы с отцом твоим с великой скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в доме отца моего?»